Материнский капитал может приобрести и отец ребенка. Законодательство определило случаи, при которых это происходит. Отец должен иметь гражданство Российской Федерации и быть единственным усыновителем первого ребенка. Если решение суда об усыновлении вступило в законную силу, начиная с 1 января 2020 года, отец должен быть единственным усыновителем второго или последующего ребенка, в отношении которого решение суда об усыновлении вступило в законную силу, начиная с 1 января 2007 года. Мать ребенка утратила право на материнский капитал, если она умерла или объявлена умершей, лишена родительских прав, совершила в отношении своего ребенка умышленное преступление, и если она больше не является усыновителем ребенка, на которого действует такая господдержка. В этих случаях наличие российского гражданства у отца не обязательно.